А я Усалют всем, с вами стоим с Бро, а сегодня мы будем слушать трек Бэнг фит Яникс и Брута, который называется «Сияние». И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Вышел альбом у Бэнга с рыночных отношений, называется «Гринчик». Если вам по кайфу будет реакция, то я запишу реакцию на альбом. Погнали сразу слушать. А, еще что хотел сказать, текста нет на Джениусе, и нигде я его не нашел, поэтому слушаем. Я взял себе новые тряпки, не чтобы мыть пол, отмыл все эти бабки. Это для блока, пизду все эти чарты. Но даже там я шатаю все площадки. Это статус гоута, я базарю жестко. Никакого трепа, лишь скиллы опыт. Мои псы лока, они надирают жопы. Будто бы я вёрте, они ждут моего дропа. В то, что я мучу сейчас, вы не въехали еще. В то, что я могу сейчас, я сам в ахуй чисто. Жить как вы все, да, для нас это ошибка. Нахуй вам фул трек, вас убил с отрывка. Yeah. Это рэп, играя, нагибаю ее с детства. Yeah. Я даю ей в голову, люблю ее всем сердцем. Я оставил после себя след, как будто дрифт от мерса. Это из эффектов, здесь в моих текстах. Но мне броник... Охуенный парт, короче, у Яникса. Блин, очень понравился. Есть у него, когда... Иногда бывают у него такие сомнительные достаточно парты, да, на альбомах даже встречаются, но здесь, не знаю, просто заебись. Конкретно ничего отметить, наверное, не смогу здесь, но просто читает охуенно. Какие-то, блядь, смена флоу, опять же, да, и, ну, охуенен. Яникс просто пиздат. Давайте заценим Брута. Второй куплет. Люблю ее всем сердцем. Я оставил после себя след, yeah. Как будто дрифт от мерса. Это из эффектов, здесь в моих текстах. На мне броник, это просто моя пижамка. Сука стонет, она просто моя служанка. Yeah. Ровно, это типа моя осанка. Меня слушают улицы, а сейчас еще и Лубянка. Yeah. Добрый знак зодиака, брат. Делаем деньги без напряга, брат. Ствол работает, как трудяга, брат. Я порвал опа, как бумагу, Влад. Я срываю куш, будто резьбу. Повернул игру к лесу задом, будто избу. Yeah. Мне похуй, где ты, в Оркуте или в Малибу. Я следопыт насильник, найду и выебу. Give me my money. Суки не дают вам даже по пьяни. Когда yeah. на бите я не, это сияние. Когда на бите я, это как фильм «Сияние». Yeah. Охуенно. Охуенно. Про сияние заебись, про Яникса. Блять, пиздато. Брута всегда делает охуенно. Ну, почти всегда. Это очень круто. Может быть, в разных стилях. Детройт, блять. Все что угодно. Просто. Просто он универсальный солдат. Он просто может, блядь, залететь на любой трек, на любой фит и там сделать круто и разъебать. Мне понравилось. Пишите, как вам парт Брута. Мне зашел, честно. Давайте заценим Бэнга. Я, блин, не знаю, давно Бэнга не слушал уже. Рыночные отношения последний раз я слушал, когда у них еще в группе был Lost. Это когда было? Несколько лет назад, наверное. Давайте послушаем Бэнга. На бите я не, это сияние. Когда на бите я, это как фильм «Сияние». Yeah. Yeah. Я работаю как проклятый. Мои рифмы на битах, это с рассудком опыты. Когда недолго музы грустно и мне холодно. Но когда пишу, то ураган хуярит с волнами. Yeah. Это Бэнг, а.к.а. Буря. Стерегу свой рэп, как будто это снег в буре. Написал слова на трек, слышно, как летят пули. Ваши джи-картоны даже не в затяг курят. Ведь мне не нужен этот тулик. Харкаю текстами, блять, как будто это тубик. Иногда верного, как на фите стубе. В ожидании альбома постоишь на тумбе. Yeah. Это резня и мой майк крошит. Русский рэп, планета обезьян, бля, цена грошим. Прыгаю по стилям, мои панчи, это мяч сквош. Нет задачи гнаться за навьем, застрять в прошлом. Блять, охуенно, охуенно. Блять, охуенная совместка. Больше всех, наверное, понравился Брута, потом Яникс, потом Бэнг. Бэнга в таком стиле слышать вообще, то есть, ну, я его до этого не слышал. Видимо, он просто экспериментирует, да. Если вам по кайфу
этот трек. Если вам по кайфу реакция на этот трек, то заказывайте альбом. Я его обязательно послушаю. Мне зашел. И битос, и парты, все пиздато. Конечно, не хватило каких-то битбарсиков, да, панчуль. Но, в принципе, достаточно годно сделали. Я себе этот трек 100% добавляю. К сожалению, не нашел текст. Возможно, может быть, за что-то зацепился бы и отметил какие-то конкретные строчки. Хотя трек, блядь, 2,5 минуты идет, и тут все достаточно просто и понятно. Треку поставлю 4 из 5. Прикольный трекан. Мне зашел, если я добавлю его. А с вами был Stamos Bro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи. Пока.